Всем привет! С вами Братуха, это игра War Robots, и хотел бы начать этот видеоролик с того, что озвучу самые лучшие и интересные комментарии, на мой взгляд. Я их вывожу, прямо вот снимаю и вывожу на экран. Тайфун под прошлым видеороликом. Бои класс! Когда перед эфиром вставляешь бои, вообще огонек, но в другом. Понимаю, усталость после работы и прочее. Перед эфиром он имеет в виду канал Братуха Лайф, где у меня стримы проходят. У меня два канала. Один видеоролики я выкладываю, а второй стримы провожу. Вот там на стримах можно и с водом поиграть и так далее. А вот на этом канале только видеоролики есть со всякими там обзорами и вот такими боями. Еще один комментарий у нас малюсенький, надо расширять. Амиго 44. Рус. Уф! Чуть не охрип. Болел, как за сборную России по хоккею. Первый бой был класс. За 20 секунд до окончания боя зажал кулаки и начал кричать. Давай, братуха, мочи красноперых. Жми на кнопки до отказа. Пусть подохнут все разом. Спасибо за видос. Повеселил и поднял настроение. Ребята, я... Ну, это приятно. Спасибо большое, Амиго. Действительно, представляете, я снимаю ролики, и они людям нравятся, а те людям, которым они не нравятся, ну что ж поделать, вы неправильные, скорее всего, или злобные создания. Женя Шрам написал: братуха, спасибо за видос, классно, настроение поднялось. Пожалуйста, ребята, я еще к тому же и настроение людям поднимаю. Продолжаем, но перед этим я хотел бы показать вам два мозоля на моей ладони, которые были водяные, потом они, ну, я... С помощью иголки оттуда убрал жидкость, и они стали сами по себе засыхать. Они засохли, и вот сегодня я снял с них шкуру, прям кожу с ладони снял. Тут много, целая коробка, блин, просто обалдеть. Самый большой кусок, знаете, очень приятно было отдирать, и чтобы большой кусок был. В общем, смотрите, две такие белые бляшки, это свежая кожа, мягкая, гладкая, ребят, как будто вот только-только родился, скорее всего. Но понятное дело, что она загрубеет. И будет как у старика. Давайте следующий видеоролик. Ой, комментарий. Это у нас комментарий от Сергея Сергеевича. Килл тебе, братуха, за мудрость. Естественно, верующие, истинно верующие люди в свою правоту. Есть на земле такие. Александр Романов, обожаю эту игруху. Когда остаешься с последним дохлым ботом, и все, толпа кидается в последнем порыве, и победа, непередаваемое ощущение. Да, к сожалению, товарищи пиксоники забыли, для чего делают игру. Для непередаваемых ощущений. Но они это забыли. Они делают игру для денег. Уже. Армаха. Братуха, не переживай, ты красавчик, скилловый. И к такому отношению уже привык. Забей, мой тебе совет. Твои подписчики за тебя. Опрос тоже не проходил, бесполезно. Ты пиксоникам уже много раз озвучивал, а им все не доходит. Спасибо. Еще один комментарий. Анастасия Богданова. Еще разик пересмотрела, и все равно класс. Блин, спасибо, приятно. По два раза видеоролики смотрят. Мисс Гиль Славянский, 15.43. Да, круто, еще один. Считай, проигранный бой вытянули. Володь, а ты фартовый. Ну, спасибо, приятно. Ну, вряд ли, что я фартовый. И вот последний комментарий. Бои огонь! Так держать от Семена. Спасибо большое, ребята. Спасибо, очень приятно. Действительно, очень приятно. Вот, и отправляю комментарий, один, кто во взвод со мной, ставим плюс, в 19.07, но мы ждать не будем, выпиваем по бустеру, и сегодня вечерний ролик, идем в атаку. В общем, что хочу сказать, вчера мы с любимой, блядь, за голду, придурок, вчера мы с любимой женой захотели купить вина, просто посидеть, попить, расслабиться, потому что мы очень устаем. И не продали нам вино в магазине, мы долго стояли, вино выбирали. И вот там было вино в пятерочке, молоко кормящей женщины. Вот как-то так называлось это вино, я такой, там еще парень на какой-то фигне вина расставлял. Вот, стоял на какой-то подножке. И я такой читаю вслух молоко кормящей женщины. Аня начинает смеяться. Я говорю, вон, смотри, стоит коньяк сперма горного мужчины.
Мужик, парень это заржал. В итоге мы 5 минут стояли, выбирали, что надо. И знакомая девушка мимо шла, на нас так посмотрела, обернулась такая, ушла в сторону, потом обернулась, вернулась, говорит, а сегодня не продают. Я говорю, почему? Аня говорит, а, сегодня выпускной. И да, ребята, сегодня выпускной был где-то в школах. И, разумеется, не продают. Или во всем мире, или в России. Я уже не помню, когда я выпускался. Но не продавали. А сегодня не захотелось мы нам идти в магазин за вином, потому что на улице очень беспощадный дождь. Вот, я еще с работы пришел, лег, отдохнул, а вот жена за детьми к бабушке чапала. И обратно передвигались домой, так что не очень было кайфово куда-то идти. Но как-нибудь сходим. Я вообще жене вчера еще мы ходили, говорил, что очень хочется куда-нибудь на смотровую площадку, где-нибудь, где закат видно, какие-нибудь красивые места, взять бокалы, купить вина, шоколада и посидеть в обнимочку, посмотреть вдаль, поразговаривать, в общем, романтик устроить. На что Аня сказала, есть такие бокалы, они бумажные, но они как настоящие. Я говорю, давай настоящие бокалы возьмем. Она говорит, да, чтоб мы разбили. В общем, вот так, ребята. Ну, это не получается, погода говно, и надо куда-то детей будет сплавить. В общем, надо задуматься. И у нас, ребят, на море, в принципе, такие деньки могут быть. Могут быть, да. Вот, так что, вот, отпуск. Я вот сомневаюсь, что вообще у нас погода здесь будет, ребятухи. Очень ужасная погода, просто пипец нахер. Это ужас какой-то. Джимми, 3 семерки на Шелле. А я на Раване, вот так убьют его, наверное. Шелла, так убили. Я чуть-чуть высуну голову, я понимаю, что слева меня могут стрелять. Деньги. Дочки, поздравления. Точка с запятой. Кто-то задонатил. Точка с запятой, дочки, поздравления. Кто-то задонатил. Дочки, поздравления. Это, наверное, Артур. Артур попал прямо на запись, скорее всего. Ой, меня убивает. И, ребята, ай-яй-яй. И написал спасибо, я не знаю, Артур, но написал. Лучше нет. Ага, понятно. Окей. В общем, Вованча! О, Вованча! Я, ребят, знаю такого Вованча. У нас давно уже Вованча. Давайте в бой дальше. Бамс, вылечили Ноденса. Продолжаем лечить. Понятное дело, что мы Ноденсов не сможем вылечить. Мы не такие крутые. Топ-1 по отремонтированной точности не возьмем. Бьем. 3 Скоржа. Бьют Титана. Корбен Даллас. Это из 5-го элемента. Корбен Даллас. Надо было задать вопрос подписчикам, из какого это фильма. Эй, давайте маяк попробуем забрать. Шикарно. Парня убивает. Подождали, пока его убьют, чтобы не делиться маяком, и включил щит. Ну, это же, конечно же, последняя чушь, ребят, но все же, да. Ушел я в астрал, меня Скорпион потерял, но все же, блин, берет в прицел и мочит. В общем, не знаю, нужен ли этот робот или не нужен. Срым какой-то. Вот этот Диметра. Так, Джохан Мохан, бьем сейчас Титана, 350 метров, долетаем, чтобы огоньком пошкварить. Пошкварили, и все. Скорпионы, надеюсь, сдохли, и... Ой-ой-ой, Джимми, на новом вооружении сейчас меня застанил и должен был поджечь, подзорвать, но не получилось у него. Взлетает Джимми, скорее всего, у него Янгли. Мы взлетаем тоже, в надежде, что Джимми уже приземлится. А, увы, Джимми приземлился очень не комфортабельном месте. Бьем Вавинмастера. Нас вообще тут бьют. О-о-о, Титана полетела, мы проигрываем. Надо браться в свои руки. Надо брать все в свои руки. Надо выигрывать 3,5 минуты, анализировать происходящее на поле боя. Вованча, у меня лечилка, у меня модуль. Я смогу долететь. Так, пока идем тихонько, не привлекаем внимания. Даже не заставляем стрелять дрона. Так, идем, С-маяк проигрываем. Нас уже вроде бы как заметили. Да, нас заметили. Включаем аптечку.
Начинаем шкварить титана. Отлично. И теперь спокойненько забираем маячок. Спину Йохарна отвлекаем. А Хоук не сможет долететь. Не сможет. Блин! Он долетел, а я включаю аптечку, включаю свой шнипель. И, блин, мы захватили маяк, но, к сожалению, его обратно забрали. А, блин, это вообще задница. Короче, мы проиграли, я так думаю. Джимми может что-то там пытаться маяк захватить. Так, Корбен Даллас у нас имеет какой-то иммунитет. Наверное, посему. Но он улетел, да. Он улетел, но обещал вернуться. Я сделаю перезарядку. Перезаряжу свой щит. Центральный маяк опять забирают. Ни хрена я не могу сделать, ребята. Абсолютно от слова ни хрена. У меня нет таких роботов крутых. Вот. Пытаясь попадать по паразиту. Корбен Даллас, ребята. Оп. Нифига опять не прошел. Подставляет свои щиты. И он захватывает маяк. Вот сейчас мы его заморозили, чтобы он не ушел. Блин, это какая-то жопа. Да, много, наверное, лялякал. Или все-таки нет. Да, думаю, что нас просто раздолбали. Нас просто раздолбали, да. Ну ладно, результаты боя. Поражение, мы проиграли. Пипец, мы проиграли. Кстати, надо еще идти ужинать. Что там жена наготовила, непонятно. 1 806 место. Блин, как эти края кожи начинают царапаться. Мы проиграли, блин, надо Диметру менять. Серьезно вам говорю, Диметру надо менять. А на кого? На кого ее менять-то? Даже и не знаешь, блин, на кого это менять, гадину. Давайте попробуем Лича поставить. Не, ну серьезно, блин, заменяем. Клака юнит, так, Клака юнит. Оставим Клаку юнит. Сменяем робота. Блин, я думаю, вот у нас что-то роботы стали квадратные какие-то. Блин, может поставим на Ауджана на этих... На нуклеонах. Давайте пусть постоит Ауджан на нуклеонах. В принципе, да? Армор кит. Ну давайте. Last Stand 6. Так, термонуклеар реактор. Так, и... И еще один Last Stand. Не-не-не, не серьезно. Heavy Armor Kit. Антиконтроль. Термонуклеар реактор. О, давайте. 5%. В общем, вот так вот. Вот так, Янгли у нас. Янгли. Ага. И повысить стоит 1500 голды. Дороговато. Но вот у нас, пока его способность активна, когда уничтожишь свой скрот, увеличен уровень на 5 секунд. Че, так нормально, в принципе. Посмотрим, кто у нас там. Никого. В чате никого, никто не отозвался. Идем без русских витязей. Фантома берем. У нас теперь 2 Ауджана. И я надеюсь, этот Ауджан будет больше домашки приносить. Да что-то потому, что его лечение как-то нифига не помогает. Если там ноденсы. В бою. Давай! Сможем убить? Убить не смог. Но его добили, в принципе. Забираем маячок. Усиленно толпой организованный слили пацаняшку. Гусяра 52 рус. Джокер.
топталыжит братушку на своем шеле. И там Пунишер еще в углу. Пустынная земля. Маяк забирает пацан голубой. Три маяка у нас есть. Джокер пытается выйти из своей ямы на наш маяк. Сейчас будем работать по Джокеру. Так, чтобы по нам гусяра не работал. До ластенда парня довели. А вот маяк ты хуй возьмешь. Да? Это гусяра. Надо ломиться к своему маяку. Ценой жизни забирать маяк. Это Пунишер. Приперся, думает маячок обратно отжать. На-не, парни, не повезло. Ноденс. Но тут помимо Ноденса еще есть парняга. Меня прокляли, но я перезаряжаю пушки. 50 тысяч я лечусь. Ушел в астрал, два тарана. Слили. Ну давайте Ауджана на нуклеонах. Взлетаем, чтобы пиздюлей не получить. Вот это да! Сразу под раздачу попал. Сразу под раздачу, ребята. Походу проиграли. Почти забрал. Почти забрал. Ну, блин, еще один Ауджан есть. Но, к сожалению, проигрываем. Зависнуть получилось, но сбоку забили. Не получилось выиграть вообще. Ну, это не то, что печально, как бы. Просто у людей есть более прокачанные роботы, сильнее. Проиграли. Блин, как ладошка теперь это. Бывает. 1,5 ляма, второе место. Ну, мы играли в меньшинстве. Ну, у них тоже 350, Пунишер плохо играл. 1,5 ляма, это второе место. Ну, это был второй бой. Сейчас будет третий. Отметили знакомые лица, да, у нас в боях? Бои закончу, буду колупать сидеть. Фантом. За маяком, за отправом тогда пойду. Каким-то Гариком, наверное. Сашок из клана Пуля, Пуля. Две пули. Это говорит о том, что мы проиграли. Потому что Пуля — это прокачанные игроки. Донатеры. Я так думаю. Вот на, пожалуйста, на музыкальных, Фантом. И, скорее всего, там дрон заточен, он аптечка, видите, его не убьешь, да? Вдвоем его долбишь, долбишь. Не стал даже в меня попадать, потому что по круговой очень трудно попадать. Целиться, это как на таранах. Убили, все же. Две пули слили. Растопили. У меня заклинило курок. Сейчас попробую чуть-чуть. О, смотрите, что происходит. Скорпион у парня. Скорпион на криогеновых пушках. А мы телепортнемся ближе к дому. Там вторая пуля, походу, бегает. А вот пуля летает.
Это Кумихо, думаю, его легче убить. Но перезарядка проблема. Минус робот, нет проблем. Не успел я телепортнуться, блядь, домой. И застрял здесь. Ух, меня даже начало наклонять. Будет тяжелый бой, в плане того, что нам трудно будет его выиграть. Твою мить, все в спину. Это пор какой-то. Валить надо этих парней. Шикарно, надо брать маяк. Опять кто-то сзади телепортнулся. Да вообще похеру. Упора еще один, я смотрю, есть. Робот. Маяк забрали, надо уходить с этой мясорубки. Валите эрлетчутера. Сейчас меня в спину никто не стреляет. Шоколадно. Возможно, даже и выиграем. Еще один скорпион. Даже, блядь, сколько их штук. Ёб, тут целая кладка яичная скорпионов. Чего меня лучше? Мамочка, подбешивать! Крыса сзади подбегает, крыса сзади убивает. Взлет, убийство. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Скорпиону дадим в ухо. Мони. No money, no funny. Пытается захватить маяк, у него это получится. Может, мне ребят нуклеоны качнут? Как два нуклеона раздамаживают? Титан. Я знаю, что их понерфили, но все же. А никто так маяка не забрал. Вот тютели-матютели. Обалдеть. Чего это мы не спускаемся? Маяк так никто и не забрал. Вот оно. Где собака зарыта? Оно. Как мы собрались побеждать? Тут что-то минус бежит. Я думаю, что это минус по мою душу бежит. Включил свою хрень минус. Пробуем сейчас убить скорпиона. Не канает. Стреляем в титана. Чувствую, что мы проиграли. Это был первый робот летающего производства. Минуса походу гонят. Минусу передают привет. Коррозия. А я что-то застрял. Коррозия, коррозия. Отлично, отлично! Еще один, что ли? Сколько можно? Хвороба докапалась до братухи. Ну, я сейчас как бы не братуха, у меня другой никнейм, но все же Хвороба получает пиздюлей. Нам нужен правый маяк. Слепой пью не может дойти до маяка, забрать маяк. Слепой пью, что ты делаешь? Я раздамаживаю противников. Я за маяком. Стреляю по титану, отгоняю, прячется. Надо еще брать маяки. Выгонять надо, противника мочить. Что за хрень нахрен происходит? Ребята, выигрывать надо, напряженный бой такой, обалдеть. Меня сейчас, блядь, прокляли. Но ничего страшного. Все-таки титана надо вальнуть, гад. Титан такой у нас залупистый. Найтингел сзади сел, это было предсказуемо. Я все равно не смог бы взлететь. Ни хрена себе! Забирает маяк еще раз, пуля. Активные игроки шастают. Блин, Найтингел. Сейчас будут меня кошмарить, он на дробашах. Что-то не очень прокачанные ребята, но все равно взвод. Активных козлов. А, блинач! И меня валят. Ну, что там, нуклеоны, да, не для ближнего боя. Пушки проклятые. И мы огребаем. К сожалению. Зачем тебе маяки, крыса? Инвизная крыса. Мы проиграли. Да ну нахрен! Ну ладно. Блин, негативный какой-то ролик. Прям выбесили меня эти твари, скорпионы прям. Слепой пью вообще подставил. Чё так? На-ка, выкуси, играть научись вообще. Блин, это Бланкер Хенкер, кто такое? Обалдеть вообще. Вот пуля, молодцы, пуля, первое место в топочке. Играет на
на этом, на, ну там, на iOS. Вот, ребята, смотрите, Хвороба 2500, Разор 2800. Вот это молодцы, да, ребята воюют. Ну что ж, вот такой бой, блин, печально. Печально, блин, чувствовал, что проиграем, да, натиск чувствовал противника. Чувствовал, что да, проигрыш будет стопудовый. Скидочки, смидочки, что у нас тут? По заданиям у нас 18 тысяч так и не прошел. 12 часов према так и не получил. Вот, зато сундук, наверное, смогу открыть. Да, сегодня на стриме должны открыть сундук. Это будет еще один сундук, но не хватает нам, не хватит до особого приза. Не знаю, сколько-то там не хватит. А вот что, вот этот вот черный рынок мы точно не откроем, это стопудово. Ну ладненько, всем желаю приятного вечера. Завтра всем на работу, у меня выходной. И выиграл модуль Red Center Clash какой-то, или микросхему, парень. И я буду сейчас крутить рекламу и бегать кушать. Пушку Райм выиграл, парень. Тул. Это так интересно, прикольно смотреть, кто что выиграл. С вами был Братуха. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, оставляем свои комментарии, в общем, свое мнение. Ваше мнение очень важно для нас. Ну и не забываем, 22:00 по московскому времени на канале Братуха Лайв проходят стримы. Все зависит от вас. Уснет Братуха на стриме или не уснет.